Накануне в Сочи столбик термометра поднялся до 37 градусов. До этого самой высокой температурой для этого дня считалось значение в 34,3 градуса. Этот показатель был зафиксирован в 1960 году. Сочинцы и гости курорта от жары спасаются разными способами. Кто-то прячется в тени, другие передвигаются по городу исключительно под зонтом, а некоторые вовсе стараются в самый разгар дня не выходить на улицу. Ну а самый эффективный способ в борьбе с летним зноем – это водные процедуры. Кто-то предпочитает море или речку, другие купаются прямо в фонтанах. Первый раз приехали, так в основном на море, на водопады, горы. Никто ничего не отменял. Сочи и Сочи, приехали в жару, наслаждайтесь ей. Вот так в фонтанах, в речках, по душам. Конечно, жарко. Я северный, как и мой друг. Да, мы из Мурманска прилетели. Вот, так что для нас друг очень меня круто. Переехал, я на каникулы. Вот. Ну да, было очень жарко вчера вообще. Гидрометцентр отмечает, что подобная аномальная жара продлится недолго. Уже сегодня столбик термометра опустился на несколько делений.